В России расширили список продукции для поставок в страну по параллельному импорту. Такое решение накануне приняло Министерство промышленности и торговли России. В обновленный перечень попали мебельная компания IKEA, производители игрушек Hasbro, Nintendo и Mattel, бренды моторных масел Shell Helix и Rimowa. Также список пополнили несколько брендов бытовой техники и производители косметики и парфюмерии. В ведомстве объяснили, что изменения носят точечный характер. Они призваны дополнить список продукции, разрешенные для параллельного импорта, а также исключить часть брендов, которые возобновили поставки в Россию. Стимулирование импорта направлено только на те сегменты, в которых производителям из России требуется больше времени для удовлетворения запросов потребителей.